меня есть вполне приличный костюм. Я в нем защищал диссертацию. Сейчас я его принесу. Да ты что, Соломон, я же в него не влез. Но я был тогда полнее. И выше. Фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Скоро на ТВ-1000 «Русское кино». Иванова. Петрова. Простите, ради бога. В непредсказуемой пьесе жизни... Вам лет сколько? Артистке Петровой досталась роль неудачницы. Но с таким звездным составом... Ну? Да ну! Алло, гараж. Можно надеяться на счастливый конец. Как мне хочется получить эту роль. Тишина, пожалуйста! Комедия Станислава Говорухина «Артистка». Премьера в воскресенье на ТВ-1000 «Русское кино».